Мэр Магадана Юрий Гришан провел прямую линию для горожан. Жители областного центра волнуют вопросы ЖКХ, здравоохранения, благоустройства. Одна из звонивших попросила заасфальтировать тротуар и обустроить двор. Кроме того, магаданцы подняли тему строительства крематория в столице Колымы. Я от имени пенсионеров и пожилых людей хочу собирать собрание и голосовать, нужен крематорий или нет. Конечно, нужен. И какое еще там совещание должно быть? По Конституции ж не запрещено. Не запрещено. Женщина объяснила свою позицию так. Люди уезжают из Магадана, за могилами никто не ухаживает. Соответственно, кладбище в плохом состоянии. Глава муниципалитета ответил, звонивший, ссылаясь на федеральный закон. Действительно, в соответствии с федеральным законом о похоронном деле в Российской Федерации, человек сам имеет право выбрать. Предание тела огню, земле или воде. Все три способа являются законными. Всего позвонили около 20 человек. Юрий Гришан поручил разобраться в каждом вопросе. Прямую линию проводят три раза в неделю. Понедельник, среда и пятница с 14 до 17 часов. Телефон 62 50 65.